Сегодня самое пристальное внимание, как я уже сказал, приковано к белорусско-российским отношениям. А интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств. Скажу главное. Российская Федерация – наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической, военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то этак. Кто-то, знаете, в силу своих интересов личностных и прочих начинается что-то подкручивать, закручивать. Я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И решение мы будем принимать вдвоем окончательное решение, согласно их и нашей Конституции. Конечно, я часто выражаю сожаление в связи с тем, что все тащат наверх. Президенты соберутся решать. Надо решать и внизу. А парламентариев, и это недостаток шестого созыва, мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего, в Российской Федерации, и слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад, что белорусы и Беларусь – государство нормальное, что у вас нет больше таких союзников, как Беларусь. Надо активно в этом направлении работать и все больше и больше россиян приобщать к этому процессу, чтобы голос слышен был не только президента, но и наших парламентариев. Тогда и правительству деваться будет некуда.